Киоски в магазине 7-Eleven. Короче. Ну тут точно не купить. Тут просто разовые поездки, да, как обычно. Так, короче, давай не будем дурить. Зачем это вообще нужно? Признайте. Ну, сейчас-то зачем такой ходить, бродить? Ты запомнил станцию? Вот, подойди. Она называется вот. Как она называется? Джиахеванганг. Тут знаешь что, тут надо запомнить, по какой линии она. Мы находимся где? Вот здесь? Да, я так думаю, она оранжевая. Сколько вот, это примерно? Четыре станции? Станции, да. Ну вот выбирай. Не, она так не уводится. А, или уводится. О, вот она. Вот, выбирай ее. Выбрал ли ее вообще? Или над номер 25? Что за 25? Или 25 билетов? Лёх, что ты сделал? Во! Третья линия нам нужна. Хочешь, скажу прикол? Принимает только 5 и 10 юаней. А вон там мужик что-то тыкает. Что-то какие-то приложения. Слушай, Лёх, там какой-то вон навороченный этот прибор. Давай, до него дойдем. Давай. Карточку можно купить. Ну попробуй. Вон, Ян Чен Тон. Оно или нет? Ну жми, жми. Говно. А картинку бы я думаю выбрать себе какую? Дай поближе эту уродцу покажу. Вот этот. Они по-разному стоят. Давай вот это, конечно же, вот это. Какая-то этот. Так ее надо вставлять. Крышь. А точно ли это та карта? Ну, не знаю. Тут 100 юаней принимают. Ну, типа, он вставляй. Погоди, так не пойдет. Почему? Давай, ну, вставляй денежки, он ждет. Я не понял, какой, давай с твоих начнем. Так не пойдет, давай это, сперва вернись назад. Че, оно все заглючило? Как, в принципе, все в Китае. Все, никуда? Ну, пока нет. Нет, видно, как зависит. Понажимай там на Alipay. И вон там, видишь, поначалу время-то снизу шло. Все, аппарат сломался. Кстати, гляди, вон там тоже какой-то аппарат тоже сломан. Ошибка на китайском поперек висит. Короче, вон еще какой-то там сбоку есть аппарат. Давай его попробуем. Ну, он очень непонятный. Давай. Это не такой. Ну, заходи. Это не такой. Нет, это не то. Еще время кончается. Как в играх, надо догадываться. Ой. Надо догадываться по смыслу. То есть выбираешь. Там видишь что-то 9.5, 5.5, там 15, 6. Вот надо в уме все это подумать, что это значит. И сообразить. Вот, видишь, подожди, 24. Вот тут знаешь что? Может, ты ее покупаешь? И написано 24 часа. Что это такое? В сутках 24 часа. На день ее ты берешь. Вот может быть тут такая хрень. А зачем за 20 юаней на день нам вообще она нужна? Ведь тут как, тут не картинки ты выбираешь, а в чем-то их суть.
Видишь, 9,5. Вот на кой хер они там сделали как в английский, да, если вот ничего не перевели? Ну потыкай, может, что-то догадаемся. 9,5, 38. Это 9,5. 72. 72 это 4 дня. Или 3 дня. 5 назад. Но вот между ними-то есть какая-то. Тут не картинки покупаешь, а вот именно что-то в них суть какая-то есть. 9,5. Видишь, вот здесь какая-то точка появляется и пропадает. Видишь, разница есть, а между этим. Вот как на память, на сообразить, на запоминать. И в чем различие. Вот это 9,5, что это вообще может быть? 15,6 еще числа есть. Здесь нет чисел. Wi-Fi у меня уже нет. Я хотел посмотреть. Как... Вот вообще. Поездной. Но это не один из них. Да, Лёх, это смотреть без толку, они каждый, может, месяц здесь меняют эти картинки. Что-то как-то повалило. Знаешь, мне какая идея пришла? Да, видишь, тетушка под знаком вопроса стоит. Она сюда не пойдет. Нет, а можешь спросить у нее. Ну а как она объяснит по-другому? Так нам надо объяснить. Она нам покажет, как купить эту разовую поездку. Слушай, нет. Давай, знаешь, как сфоткай на телефон ей это изображение и спроси, какой из них надо выбирать. Вот они все наверху показывают. Вот. Они вдруг показывают.